Прежде всего, определим, что такое нормализация. Нормализация – это процесс создания набора отношений таких, чтобы он соответствовал некоторым требованиям. Эти требования, как правило, нужны для того, чтобы мы смогли найти наилучшую группировку атрибутов в отношениях в нашей схеме. И таким образом мы смогли бы избежать различных аномалий или дублирования данных. Прежде всего поговорим о том, что такое нормализация. Нормализация – это метод создания набора отношений, удовлетворяющий некоторым требованиям. Эти требования нужны, как правило, для того, чтобы избежать в нашей базе возникновения различных аномалий или избыточности данных. Основной задачей нормализации является нахождение наилучшей группировки атрибутов по нашим отношениям в заданной схеме. Правила нормализации для каждой конкретной нормальной формы включают в себя как раз некоторые требования, которым должны соответствовать распределение атрибутов по отношениям. При этом могут возникать новые отношения, каким-то образом переконструироваться старые отношения для того, чтобы удовлетворять требованиям указанной нормальной формы.